Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, а также Донни, мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Битва воришек». Кукусяндр, друзья. Сегодня мы приехали в район Ричмонд. Именно здесь мы посмотрим, как же живут обычные люди и какие тачки у них есть. Я запускаю времечко, поэтому, братан, желаю тебе удачки. 3 минуты. Давай. Есть до прихода копов, чтобы мы сработали четко, быстро, резко, дерзко. Четко, быстро, резко, дерзко. Опа, нашел. Что-то нашел. Что нашел? Скрамджет. Скрамджет? Да, скрамджет. Хорош. А ты что нашел? А я нашел сену. Сену? Сену. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нормально! Хорош! Не туда, чуть-чуть, я, конечно, профафлянил. Я вот это еще видел. Вот оно. Вот она. Вот так могу. И так могу, да? Да? Не так могу. Могу. Да ладно. Блин, я не в тот район заехал, не тот гараж вообще заехал, не тот двор заехал. Что ты нашел там вообще? Да ладно, хрена себе. Да ладно, что за тачки ты такие крутые угоняешь, блин. Вот это тачки, капец, вот это тачки. Капец, так там говно, я так полагаю. Тут что у нас? Тут тоже... Ну, вот это более-менее. Вот это более-менее еще мы заберем, хорошо. Более-менее. О, вот это я заберу. Это чит? Так, это, не знаю, не чит? Нет, это не чит. Но цена дорогая. Цена дорогая, говоришь. Цена дорогая, так это ты там забрал уже. О! Нифига себе, что сейчас видел. Монстр-трак? Монстр-трак, да, брат. Было а чё, дело. Всё, что, нету больше здесь? А нахера я туда поехал? Вот, а тоже зачем, думал. Зачем? Я бы тоже думал, что ты приехал. Зачем? Подожди, я вижу вот это вот добро, я, наверное, его заберу. Все-таки на прыжок, возможно, что-то он покажет. Слушай, братан, ну работаем мы с тобой более-менее тихо, аккуратно. Без шума, ну да, пока без копов. Все да. Четко, все хорошо. Главное продолжать в том же духе, ребята. А вы нас поддерживайте в комментариях. Это не мои слова, а слова психолога, да, это вот все. Да. И пишите, вот получится ли у нас угнать все очень аккуратненько. Да, нашел еще одну тачку. Это получается новый Мерин, братан. Новый Мерин. Да. Хорош. А что, где еще машина-то? А, ну, я не вот знаю, это? Не знаю. А стоп, а там что стоит? Что-то здесь такое стоит? А, ну я это, пожалуй, заберу. Что забрал? Финир? Я тут видел еще кое-что. Я Весту видел, брат. Весту видел? Я Весту заберу, понимаешь? Ну ладно. Финир. Я думал, ты мне оставишь. Я пупырку не заметил. Пупырку? Да, я... Опа. У тебя монстр-трак отжал, брат, прости, пожалуйста. Нет, не прощу, монстр-трак не отдам. А как байки? Ты байки замуровал, брат. Ты байки замуровал, давайте так вот так ты замуровал. Поможем чуть по чуть. Так, ладно, что-то осталось еще у нас тут из тачек или нет? Забираю сейчас драгстер. Так, тут... Опа, а как? А как я это сразу не заметил, не приметил. Братан, я нашел Кадиллак. Кадиллак? Какой? Да. Конечно, тот, который черный, да, я видел. Да. Ну, пойдет тоже на спуск, может быть, что-нибудь он нам покажет сегодня. Ладно, друзья, получается, время остается на буквально последний заход. Поэтому, братан, выбирай тщательно. Я нашел то, что я хочу забрать. Серьезно? Это мне очень нравится, это я и заберу. Да. Ой-ой-ой-ой. Я кое-что видел. О, братан. Да. Я кое-что видел. Что ты видел? Тихо. О, СДК, она прилипла к тебе, прикинь. Ты цепляешь девочек. Да, это я такой. То и время кончилось, я сел в тачку. Получается, братан, я нашел какой-то монстр тоже, трак только шестиколесный. Не знаю, я понял, что ты нашел, да, видел. Вот такой вот огромный, посмотри, миллионы, вообще долларов он стоит. Поэтому, братан, я забираю полностью. Фигали. Богатый. Но у меня дешевый, что ли, смотри, какой стоит. Ладно, давай почитаем количество. Тачка, потом пройдем испытание. Давай. Итак, друзья, получается, сегодня я угнал аж целых 8 автомобилей. Очень дорогих, прям невероятно дорогих. А у тебя тут 9, да, получается... Ну да. Еще дороже машин, да. Наверное. Ладно, друзья, пишите в комментариях примерную стоимость наших всех тачек суммарно, а мы отправляемся на наше первое испытание. Давай. Итак, друзья, наше первое испытание, получается, это прыжок веры, братан. Желаю тебе удачки. Ой, хорошо, да. Не повезло тебе, а мне это как повезло, братан. Такое. Я еще даже прыжок не использовал, а вот теперь я его, наверное, скоро прожму. Вот прямо сейчас. Да, братан, как бы тут, понятное дело, мой балл. Давай тогда отправимся на следующее испытание 1-0. Давай. Итак, друзья, следующее испытание, это у нас невероятное дерби до двух побед. Такого вы еще явно не видели, поэтому, братан, желаю... Давай не будем, брат. Окей. Ну! Воу! Чего? И... пока! Ладно. Особо не напрягался. А что это? Видел мой кулак. Кулак огромный такой, да? Мужицкий, погнали. Ой,
Я цепанулся. Хотя я не цеплялся ранее. Такое, брат. Меня на самом деле напрягает твой кулак. На нахер, посмотри, что могу. Чё ты можешь? И вот так могу. И вот, вот так, так могу. Вот так могу. Вот да, так не, вот могу. Не. Не, на самом деле, против да. ковера, да, эта хрень вообще это, не работает. Это охренительно, на самом деле, да. Мне повезло. И да, друзья, это уже мой второй балл. Давай отправляться на следующее испытание. Давай. Итак, народ, следующее испытание получается у нас дракрейсинг. Я взял Зенва, а Ванёк взял новенький Дракстер. В общем, желаю тебе удачки. Раз, два, три. Погнали, брат. Да ладно. Да ладно, да ладно, да ладно. Нет, 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 нет. Да. Все, финиш. Ну, я первее. Да, ты просто. Нормально, Дракстер пошел. Боже, он на начале взял и как раз таки удерживал свою позицию. Ладно, друзья, это балдони. Мы не расстраиваемся. 2-1 и отправляемся на следующее испытание. Давай. Следующее испытание, друзья, это у нас прыжок длиной. Здесь у нас Магнум, ну и Рейндж Ровер. Я надеюсь, верю. Знаешь, как говорится, надежда умирает последней. Поэтому, братан... Поэтому, Диман... Врежься, братан. Ты умрешь до нее. Врежься, братан. Врежься. Прямо сейчас. Вот-вот. Вот прямо сейчас врезайся. Идеально. Зараза. Ты сейчас скорость. Я тоже, кстати, идеально. Выпрыгнул, но ты охренеть, как полетел. Да. Это сильно, мы обязательно посмотрим, куда прилетел Донни, а мы в итоге, ребята... А почему так слабо? А у тебя редук стоит? Да. А почему у меня уже, которая тачка подряд, так слабо летит? Ребят, что-то непонятное на самом деле. Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, а ты вот здесь, а на вот горе здесь, приземлился. Да. Но, в принципе, это рекорды Магнума, и с этим мы его поздравляем. Получается 2-2, давай отправимся на следующее испытание. Давай. Итак, друзья, хватит это терпеть. В итоге сейчас мы выиграем Донни на изи, потому что, ребята, у меня Веста, Веста тащит. Поэтому раз за три погнали. Погнали. Да чё ты, да чё, чё ты делаешь? Я даже не трогал тебя, это рассинхрон, братан. Да какой рассинхрон? Ну рассинхрон, ты чё? Ситуацию, у Донни рассинхрон. В смысле, это один раз так говорю, так что ты мне наговариваешь? Знаешь, как я пошел хорошо, красиво, прям миллиметражи словил. Я видел, как ты чё-то дерево у меня считался. Нет, братан, это рассинхрон. Вот это и реально рассинхрон, а у меня... Просто идеальный. А где ты едешь сейчас, скажи мне? А, возле билбордов. А, понял. Все. Возле клуба. Я вижу, вижу, как почти ты тупишь. Почти на развороте. Почти на развороте. Давайте, 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 ребята. Сейчас просто в дрифте входим. Как доктор прописал. Нет. Как тебе доктор прописал, Диман, расскажи. Вот, а чего? Вы тоже это видели сейчас, ребята? Там, по-моему, тачка кверх ногами. Да, да, было дело. Что? А как, а это ты сделал? В смысле, я сделал, как нет? Ну, это точно не я делал. Какая-то аномалия, на самом деле. Да-да-да. На этой трассе сегодня случилось. Окей, друзья, у меня 400. Тулим просто не тормозя, не врезаясь. Идеально! Я убрался. Нет, нет, да. Ты убрался, да? Да. Сильно? Ну как сказать? Видимо, да. Ну как сказать? Вообще ты, неприятно. Ты снизу в водостоке? Да. 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 Я даже не... Я уже тулю тупо. Да. Я финишировал, братан. Да. Хорош. Не, ну Веста пушка, просто прокладка, блин, не могла нормально заехать. Прокладка тут в порядке, это просто прыжок был какой-то невероятно крутой, который... Я не верю в это, ладно, погнали на последнее испытание, сейчас выиграем. Давай. Итак, друзья, шутки в сторону. У нас здесь полиция Лос-Сантоса. Просьба остановить. Да. Зря я прожал, шутки, короче, в сторону, нитро. Говорит. Зря я прожал второй нитро, потому что я улетел не в ту сторону, потом вернулся. Так, ладно. У тебя был шанс оторваться, брат. Давайте выключим на эти мигалки, эти они да мешают. Я тут, я спокойненько, я особо никуда не спешу, братан, сегодня. А, чтобы ты понимал, у нас 2-3. То есть, если сейчас ты выиграешь, то ты выиграешь. Да? Мне кажется, брат, нет. Не будет праздника сегодня на твоей улице. А почему 2-3? А почему нет? В чью пользу 2-3? Свою. А, окей. Идеально поставил. Просто развернул прямо в камень. А как? Я не верю в чудеса. Но походу Ванька... Не-не, я сейчас посмотрю. Эти камни. Нет? Да? Что? Я туда-сюда и камень, да. Я, короче, камень... Короче, камень сполз, и я Слава тоже Богу. Поехал. А, ты поехал? Да, камень сполз. Блин. Я был на камне. Я уже надеялся, что все, ты типа встрял и остался там навсегда. И это был бы мой балл. Но нет, ребята. Ну, еще ничего не известно. Донька из последних сил, так сказать, борется.
встал на коленки и погнал. Сам на коленки встал, слышишь? На самом деле от моего Кадиллака просто вообще ничего не осталось. У меня тоже уже гелик бедный. Основной скорости нет, вот в чем проблема. У него скорость нет. У меня просто какие-то объекты остались и все. Но это сильно. Я даже не знаю, как это комментировать, ребят, но вы видите, да? В общем-то, вот такие вот текстурки иногда бывают и у тачек. Слушай, я проехал дырдочку. Проехал, но я думаю, да, что я не стану, потому что с наката он не идет вообще. А, я встрял сразу за ней. А, да? То есть, получается, мы сейчас смотрим, что у тебя. Блин, мы сейчас смотрим, какой... что у тебя. Он, что, он не едет, но он так, то есть, аккуратненько, да, 50 скорость. Он едет, прикинь, да? Обидно, тормози, брат. А, да ты врезался! Это была твоя тотальная, фатальная ошибка, брат. Тотальная, она... Что? Нормально. Я другое слово сказал. Блин, ну все, короче, да. Ну да, ты просто из-за того, что врезался и потерял, в общем-то, всю свою скорость. Так мог спокойно обогнать. Ну что же, друзья, по баллам у нас ничья. В итоге получается, что чисто сумма за тачки решит исход этого события. Да. Я надеюсь, что вы уже написали комментарии, кто победил. А мы на этом прощаемся. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока.